Ну что я могу сказать? Ты у меня такого члена получишь, сука, нахуй. Я могу взять огнеметчика 15 уровня. Я получил редкий предмет за игру. Нет, круче. Панамку. Пляжную. Я не знаю, как тут сделать панамку пополам, поэтому я ее надену, а ты будешь смотреть на нее. Будем считать, что это твоя половина. What? I want half the coat. I did half the work. I should get half the coat. No, it's not fabric I can cut. It's a bunch of ones and zeros. Fine, then give me the ones. Fuck you, I want the ones. Сейчас, погоди. Сейчас будут единицы. Покажи эти единицы. So much love. Подлечил, купил патрончиков. Подлечил, купил патрончиков. Так и живет полевой педик. Так. Тебе сейчас иглу в жопу засуну. Поэтому я лучше просто герой, чем такой. Блин, я так себя неудобно чувствую, когда расстреливаю этого жердяя. Я как будто в себя стреляю. Давай, взорвись! Сука. Блин, они просто так взрываются классно, это такое удовольствие. Оп! Кто-нибудь может включить музыку из команды А? Неважно, я ее все равно не услышу, потому что это сирена. Вроде застрелил кого-то. Опа! Стоять! Вы арестованы! И вы тоже арестованы. А еще я знаю, что этот дробовик очень классно смывает противников. Они просто улетают в Гуадалупу. Или куда-нибудь в Куала-Лумпур. Меня оба варианта устраивают. Главное, что подальше от меня. Да что мне твой меч, блядь? Думаешь, я тебе не прошибу его? Убили! Чудненько. Осталось еще всего лишь 9000 примерно таких же. Ой, как, блядь, как они славно разлетаются от дробовика, это просто какая песня. Песня свинца и пламени. Пламени жоп мутантов. Заткнись! Не буду я тебе алименты платить. А я горю. Не знаю, правда, в каком смысле. В том смысле, что я хорошо играю, или в том смысле, что я буквально горю. Это хорошая песня. Мне вообще нравится саундтрек «Лица со шрамом». Я почти что берсеркер. Только у меня меч меньше. А зачем ты взял говнину? Возьми нормальные пистолеты. Manageable. О! Пойдем сюда. Мне вот тут больше нравится, чем в компании этого жирного парня. Так, давай в разные стороны. Разделимся. Бляха-муха. Этот парень все еще жив? Ай! А, интернета? Я с телефона себе раздаю. Неплохо. Тенкс. Бляха-муха, что происходит? На помощь? Help! Живу, килимся, живем. Ну ладно, не килимся, но просто живем. Этот чувак настолько любил ходить голым, что он даже кожу с себя снял. Зачем ему меч, правда, непонятно, им же дрочить неудобно. Это очень удобно. Всегда, когда двинешь гука в лицо, можно сказать, ты не хочешь гараж купить?
Да, в принципе, мне бы не помешал. То, блядь, стулья сами по себе летают. Какой гараж, о чем? Да он сейчас ебало распилит, я бы не стал. Нет, не распилит, не важно. Оставить панику. Блин, как замечательно с пилой. Тогда ты знаешь, что тут, что тут у берсеркера есть бензопила. Классная штука. Позволяет пилить как бензопилой. Кто в меня стулом кинул? Ах ты! Ах ты, пидор! Я тебе покажу, в меня стулом кидать! Сучара! Вот так и стал хоть мент стримером. Стримером-свингером. Стрингером. Вау! Ну да, близко. Точно. И одинаково стыдно перед родителями признаться. Когда у тебя кончаются патроны, ты подходишь к саппорту. А когда у саппорта кончаются патроны, ему кому повторить? Уходи отсюда, тебе тут не рады. Bubble Daryl. Bubble Daryl. There's a Daryl double barrel shotgun! Look at it! Bubble Daryl shotgun. Мне нравится Bubble Daryl. А те, кому не нравится Bubble Daryl, просто не признают. Смотрите, сирена. Смотрите, нет сирены. Смотрите, хаск. Смотрите, нет хаска. Под этим дробовиком я имею в виду, конечно, дробовик Терри Крюса из неприкасаемых или неудержимых, или как он там назывался, неважно. Из непотребных. А я тут разворачиваюсь и, блядь, меня сейчас Крейг ебал отпиливает. Боец поддержки 6-го уровня на помощь! Выжил! Так, у нас остался подрывник, снайпер и агент. Это да. Особенно, когда соус делаешь сырный, это вообще там одно удовольствие. А, стреляйте в него! Спасибо! Антипрайс. Можно сказать, я пикс прайс. Нахуй я вообще на него полез? Что я вообще делаю? У меня 47 здоровья и нет щитов. Очень вовремя. Они преимущественно умирают от попадания в упор из этой херни. Еще выебываться они не будут. Кончился мясник. Ай! Что я могу сказать, блядь? За мной ты бегаешь? Что я тебе сделал? Я, по-моему, только что ракетой убил. Ой, господи. Господи, какая красотища. Какой прекрасный фонтан из мяса и крови. Я не помню, когда я последний раз так радовался искренне. Как говорила моя бабушка, нельзя быть слишком богатым, слишком красивым и слишком хорошо вооруженным. И это не моя бабушка говорила, это говорила бабушка Маркуса. Ha 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 ha!